В городской больнице прошел семинар медицинских работников. Тема встречи – профилактика педикулеза. У нас в городе за текущие 8 месяцев было зарегистрировано всего 6 случаев педикулеза среди лиц, обратившихся в городскую больницу. Из 6 случаев 2 были зарегистрированы среди взрослого населения, 4 случая среди детей. Кроме того, из 6 случаев зарегистрированного педикулеза 3 случая были выявлены у лиц, поступивших на стационарное лечение в городскую больницу. 1 случай был выявлен в детском саду и 2 случая было выявлено в детской поликлинике. Мероприятия, препятствующие распространению педикулеза, включают проведение плановых осмотров детей, посещающих образовательные учреждения. Медики напоминают, что в случае обнаружения педикулеза необходимо провести санацию. Сделать ее можно самостоятельно или обратиться за помощью в медицинское учреждение.